Вот ты где. Осторожно! Даймонд Пик. Принято. Преследуемая машина направляется на север, в сторону Даймонд Пик. Пытаюсь заблокировать нарушителя. Чёрт! Санитар 35, наша машина разбита. Прошу эвакуатор. Ясно. Больно, небось. Адам 1-13, прошу сообщить местонахождение. Едет на север, через Маунт Провиденс. Ясно, поняла. Я Адам 35, атакуем машину нарушителя. Адам 1-13, прошу сообщить местонахождение. Едет на восток, через Маунт Провиденс. Осторожно! Вечер, говорит броня 22, мы готовы. Объект. Диспетчер, машина сильно повреждена. Не могу продолжать погоню. Поняла. Адам 1-6, сообщите местонахождение. Едет на восток, через Маунт Провиденс. Принято. Направляется на юг, в сторону обсерватории Маршалла. Принято, преследуемая машина направляется на юг, в сторону обсерватории Маршалла. Адам 1-13, прошу сообщить местонахождение. Едет на восток, через Маунт Провиденс. Принято, объект направляется на восток, через Маунт Провиденс. Едет на восток, через тоннель обсерватории Маунт. Да тут психи какие-то. Принято, Адам 13. Линкольн 1-30, попал в ДТП, машина не на ходу. Принято. Диспетчер, объект останавливается. Меня не жди. Нет дороги. Больно. Принято. Внимание, подозреваемый пытается остановить патрульные машины. Говорит А-35, мы выбыли из погони. Машина не на ходу. Ясно. Я пытаюсь нейтрализовать нарушителя. Диспетчер, включаем блокиратор. Диспетчер, блокиратор не помог. Нарушитель ушел.
бампер ему помяли, но он ход не сбавляет. Запускаю блокиратор. Направляется на восток, в сторону гелиостанции Фортуна Велли. Я, броня 22, готовлюсь к маневру. Таран не удался. Вас так в академии учат? Ты что творишь вообще? Линкольн 1.30, что у вас есть по машине нарушителя? Направляется на восток через Liberty Desert. Ясно вас поняла, Линкольн 30. Он пытается прорваться. Объект пытается толкнуть нас с дороги. Диспетчер нас с дороги выталкивает. Говорит А-13, наша машина не на ходу. Нужен новый ведущий экипаж. Ведущий экипаж выбыл из погони. Сообщите, кто займет его место. Линкольн 1.30, беру командование, следуй за объектом. Потеряли визуальный контакт. Прекращаем погоню.